Элием, наши герои отправились за ним вглубь дикого леса. Так. Ага, мы здесь. Все хорошо. И что теперь делать? Все хорошо. Какой толк в поисках принца, если это приведет к очередной стычке с ним? Вместо этого нам следует подумать, как избавить его от кошмаров. Только как это сделать? Не знают даже маги в Академии. Так. Морозный скачок. Ага. Ты что там умираешь? Я пока навыки раскидывал. Только этот, подожди, разморозить нужно. Сейчас, чтобы она вот так вот. Понял? Вот так и вот так, хопа. Да. Только точно я перебежал. Я помню, да. Я перескочил, короче, на бот. Вот так. Так, ты сможешь или что там? Я попробую. Господи, увидь. Ага, я смог. Все. Только ко мне прыгай, вниз не прыгай, подожди. Ну, я понимаю уж. Дойди. И уносит меня. Так, я сейчас закрою ход. Раз. Так, ты запрыгнешь? Ну я, да, запрыгну, конечно. А, этот заберешь? Ну. А ты ч... А чё он у меня... Вот конч. А чё он у меня этот... Спрыгнул с шарика? Он же должен... Давай еще. Нормально. Герои тройки. Мы с большим интересом наблюдали за вашими похождениями в этих лесах. Так, я так понимаю, это топ. Разыщите меня, и я помогу вам справиться с миссией. Вот и воды говорят с нами. Ты с шар током сориентировался? С шар током! Да, я. И понял, но поздно. Они не предлагают помощь. А она нам очень подожди, нужна. Не вставай, сейчас посмотрим, будет. Бьет, да? Бьет, а, ну, да. Понятно. Сюда, иди сюда ко мне, малыш. Так, подожди, а он что, по доске? А он это, в воде, поэтому это... Доску попробуй наверх поставить. Так, тогда вот так. А, вот так вот работает. Подожди, что он от этого и питает? Нет, надо это, доску наверх поставить. Ага. Этот отпускай. Да нет. Ты че, какую доску? Блин, ну ты мне скажи, наверху слева что-нибудь есть или нет? Как ты думаешь? Я не вижу. Отойди, пожалуйста. Я поставлю. Подожди, сейчас я еще наколдую. Теперь ты достанешь? Осторожно. Нету, да? Не пускай, да? Невидимая погоди, стена. Погоди. Я еще не перепрыгнул. Не, нет, невидимая там... стена не пускает. Ага, я понял. Давай убираем. Так, давай загадка с током. Как-то куда-то ток нужно. Угу. Подожди, а я ту доску верну сейчас. Может, она нам пригодится. Так, и
О, ты подойди только двоим, чтобы... Блин, а что там? Ну ты и наступил на ток. Я понял, я думал. Там впереди враги. Ой-ой-ой. Впереди, да. Так, подожди, ты подожди, не спеши, я сначала бутылек возьму снизу, которая. Ты видишь его, нет? А, там что-то есть? Блин. Это подпрыгнуло. Ну-ка, уйди, пожалуйста, я еще, еще подвину поближе. Нет. И как ее? А вот. Ты можешь как-нибудь... Как, блин, залезть туда? Да, блин, уберись ты. Так, пойди, хотя вот так можно. Так, мы залезем. Вот. Как мне теперь погибнуть? Они все нормально, без погиба. Так, все, давай залазь наверх. Малыши Карлоса. Я чудес, что ты? Так, ты с того куба, что ты? Стой. Ты главное живи, дай я посмотрю вниз. Ага, давай. Сначала умру. Есть что-нибудь? Не, вроде не вижу. Почему леса кишат этими кошмарными чудовищами, даже когда селия нет поблизости? Магия принца кошмаров пробудила тьму и страх внутри лесных существ. Вверху нет ничего, я же... Я понял, понял. А. Я понял. Я только, блин, подожди, надо подвинуть, где я начал обрывнить, чтобы... Нормально. Не хочешь, да? И не вот, вроде. Так я же просто... Я так понимаю, теперь мы следуем за голосами таинственных болотных дам. Что ж ты, не волнуйся. Постоянно. Если это коварная ловушка мерзкого злодея, то мой меч защитит нас. А если нет, то мы встретимся с обладательницей этого прекрасного голоса. Погоди. Что-то... Нарушь. Так, квадрат и будет так убить? Ага, будет. Не проблема. Ты залезь. Блин. Ёп. Там есть что-то. А, ну это. Ага, все. А, не все. Забрали по... Господи, я чуть не... По паре сисек. Так. Ага. Так, ну тут я только... Ну тут фигня, что, сначала переберемся и потом поднимем. Дело-то. А, но все равно, да? Так ты перебирайся ко мне, что ты? Как-то надо. А вот так вот надо, да? Так, подожди, а что он включает? Очень странно какая-то это, как будто что-то включает. Ну, так, приготовься, битва еще будет нахуй. Блин,
Блин. Ну все, последний остался. Это ничего. Так, а мне эту заморозить, значит, да? Не, не надо, я ее так прикрою просто и все. Ой-ой-ой, что-то нас там ждет. Страшно. Страшно, страшно. Так, а дальше? Угу. Он ее рубит, да? Ага, рубит. Рубит, так, давай я заморожу. Ты вторую морозь. Мне только один раз можно морозить. Теперь веревку протягивай от кольца до кольца. Нет. От кольца... Так, или шар подержи. Или шар подержи, тогда я сам пойду. Все, держи. Не отпускай. А как ты... Это какая-то фабрика. Теперь понятно, почему вокруг болота столько труб. Так, ну и давай теперь это загадки. А, шар надо вот сюда. Да, только это этот. Они не смогли остаться. Не шар, а эту штуку. Так, но а что там дальше? И нам надо как-то это, что ли? Платформами. Ты ко мне лучше давай. Не чпокнуло. И где выход? Не понял, где откинулся. А, вон наверху. Иди тогда цепляйся на веревку. На кольцо там. Давай еще раз. Пустил. Нет, там же резина. Блин, а чё ж ты? Блин, стоял бы он на месте. Блин, вот как не сделал. А, ну что, я тебе помочку. Мне просто надо встать в безопасное место какое-то. Эту тучку. Блин, там оказался, да? Как мне встать? Ну ты колдуном подвинь, как этот. Ага.
понял. И все. А я заберусь. Вот, сначала этот. Ну как, я до этого сделал, помнишь? Так же построй. Все. О. Вот я же говорил, тебе там очень. Чуть секретик пропускаешь, Слава. Дела. Ау! Весь этот мусор разрушает атмосферу очаровательного болота. В кои-то веки я согласен с Зоей. Когда мы выполним задание, я найду тех, кто испоганил болото, и привлеку их к ответственности. Где там лазишь? Секретики забираю. Ты что пропускаешь секрет? Не, вот так. Ну, yes. Okay. Ну? И помочь? Да прикольный пока. Ох, нифига ты тут веревок навязал. Уважаемый волшебник Амадей, герой тройки, вы найдете приложенным к этому письму неоплаченный счет за услуги и пребывание в изысканных коттеджах Снежно-Света, которыми вы воспользовались во время съезда волшебников. Пожалуйста, оплатите его при первой же возможности. В приложении указан список услуг, включая полировку сандалий, глажку мантии, уход за остроконечной шляпой и пакетик орешков. Вроде у нас одинаково все идет. Ну, что, у меня тут еще какое-то что-то очко дали мне. Очко, очко. Очко? Давай посмотрим на наше очко. Ну, так. Ты посмотри, тебе дали, я не знаю, может, тебе не дали. Дали вроде бы. Одинаково же дают. Получено, получено. Токсичен кувырок. Быстрый стрелок. Снизу пройдешь, а сверху пройдешь. Ау!
Живи, живи, живи! Зачем ты прыгнул? Ты зачем прыгнул? Ты сверху не пройдешь там, Славик? Не, сверху не пройти. Закрыто там. Камикадзе-ди. Ах ты тучка, вон как. Так, ну давай этот. Блин, а как? Анус. Ну, хотя погоди, погоди. Ты подними шар. Квадратик подними колдуном. Ты видишь его? Да, сейчас. Подними его квадратик, я заморожу эту штуку. Так, все нормально. Все, держи. А потом я просто подержу. И ты пройдешь. Так, сейчас я шар в твою сторону. Так, опускай камень. Ага. Смотри, по таймингам давай. Давай. О, видишь, какой молодец. Так, махач, еще тут сколько махачей. Эй, а где щит у меня? Не, ледяных это, штуков нужно огнем бить, а наоборот огненных ледяным. По очереди. Так, а бочка у нас бьет, а она уничтожилась. Ну чё, как будем действовать? Так. Какие-нибудь... Блин, нет, стоп. Так, убери, пожалуйста. Ага, все, он теперь будет на этом месте. Так, ну мне надо умереть. Ты, главное, живи, стой. Ты, стой, просто ничего не делай, я сейчас умру. Ага, так, надо еще одну собрать. Пожертву с собой. Ради наших детей. Я жди, Славик, соберу. Блин, промахиваюсь. Да ты не лети, ты просто прыгай, достанешь. Достану? Конечно. Веревку сейчас можно привязать, наверное. Ну да, так. Теперь ты спрыгивай только. А как Зойка пускает веревки эти? Ну, и у тебя я не знаю, как сладко. Не надо никаких веревок. Погоди, пока ничего не убирай. Да-да, я ничего не... Переберусь. Все, можно убирать. Так, ты и живи опять, я сейчас соберу. Ага. Один пожертвует нам за спину. Так, слушай, купай сюда. Могу? Я и куб сюда принес. Их осторожно. Ага, он током бьет туда. А вон я сделал ледышку. Да-да, я вижу. А, она так. Пока не нужна. Не-не, как раз твоя ледышка нужна, ну вроде бы. Вот, блин. Поближе надо ледышку сделать, да? Блин, так, а как действовать нам с тобой? Ты скажи.
Так, есть ли? Езжу. Опять ставить. Да блин, уберись ты. Это хотел поднять. Тихо-тихо. О, спасибо большое всем. Блин, и так он ток, да? Вот, погоди, так, я льдышку поближе поставлю. Не, не сюда. Вот сюда. Угу. На нее теперь можно поставить платформу. Стой, подожди. Блин, чуть-чуть не долетел. Так, стой, дай мне 6 секунд, дай. Сейчас сделаю. Чуть-чуть ближе. Ага, ну. Вот так вот. Так, ты также запрыгнешь? Мам. Так, подожди, ты живи, дай, я соберу вот эту каплю. Умру сейчас. Ага. Подожди. Вот, давай, теперь этот делай. Что делать? Опасно. Ну, этот сейчас, подожди тогда. Будь классно. Блястящий, слава. Только живи, живи. Нам одновременно нельзя передвигаться, вдвоем умрем. Все, слава, будь ласков. Так, и зачем этот? Так, сейчас я умру, шарик. Подожди. Нет, нельзя, да. Все понял. Не вытолкни. Так, ну это шарик, чтобы на ту сторону пройти, я понял. Сейчас я тебе дай это как-нибудь. Подожди, 6 секунд. Подсажу. Давай, ты прыгай на этот, на куб попробуй. И на куб. И тут в ту сторону иди. Там что-нибудь есть? Не могу я туда забраться. А, все, значит, тогда. Не даю. Странно. Так, готовься, сейчас эти будет. Что? Ну так много врагов. Так, где ты? Где я? Не вижу, если не увидите. Да, блин. Блин, и ты умер? Угу. Что ж. Ладно, я старый больной человек. Старый больной человек. Эти кости так напомнили мне о времена, я вижу, когда снизу стали что-то оживать. Есть. Нам тогда повезло, что некромантия действовала лишь на маленькие кучки костей. С другой стороны, ну, сразились с костяным драконом, об этом слагали бы легенды. Да я бы заморозил. А я же заморозил сверху. А, найди, найди, найди. Так, слушай, а ты можешь веревочку свою? Блин. Так, а подожди, а чем мы твоем веревочкой долбим? Ну. Так. Ой. Черт. Ой. Так, подожди, Славик, я специально это делал, извини. Потому что... Я испугался просто. Во, все, будь ласков ко мне, давай, Славик. Берись до меня. Так. Как? Я не достаю до этой. Ток будет идти, да?
Да, ток будет идти. А как? Погоди, а если... Тихо, ты мне опять не вытолкни. Веревку туда вон. Куда? А он не достает, вот именно я говорю. Да, не делает веревку. Так, а он на ту платформу, он будет, интересно, там стоять, нет? А как-то она стрела должна делать это? Вот это что такое? Это веревка. Ну это мы, чтобы сюда это, дойти, это создано. А, стой, вот и он же поток. Нет, ты можешь не делать так сейчас? Будь ласков ко мне, сладкий. Нет, 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 ты останься, мы сейчас вдвоем умрем, опять будет чекпоинт. Один из нас хочет, ты давай, на, сделай, если хочешь, давай, ты делай. Ну, не знаю, на ту платформу можешь это. Блять, одновременно прыгаем. Нет, на эту платформу нельзя. Ты просто прыгнуть. Стой и этот. Будь ага. Ласков ко мне. И учись, да, да, да. А, вон оно что. Так, стой, я понял. Угу. Так, надо еще ближе к нам. Потому что это. Угу. И надо сейчас, короче, мной пожертвовать будет. Потому что я. А, мне почему даже не надо. Так, замораживаю. А, стой, стой, не надо, не надо. Блин. Че не достал? Кто? Понял? Не-не, не подожди, подожди, не живой. Будь ласков, пожалуйста. Давай, давай, давай. Так, надо еще отпустить. Максим, веревка, и что, больше не могу? Можно, наверное. У меня растягивается она. Ну-ка, я попробую. Не-не, сейчас закуп просто сделаю, наверное. Давай, и давай. И будь ласков. Блин, тормоз. Нет, давай тогда лучше замораживать. Да, замораживай, сейчас я. Это был пранк, какашка. Сейчас заморожу, платформа твоя. Сейчас, он полностью подойдет. Не исчезнет? Не, а я же у тебя уже будет на этой платформе, на деревянной. Чё, да? Чё он до этого прыгал нормально, сейчас не хочешь прыгать вот? Замораживай. Ты не по веревке только, а поэтому. Я, блин. Будь ласков. Ну как? Не-не, теперь я ее не вытяну. Стой, подожди. Так, вот чуть ниже как-нибудь. Бог, умничка, хорош. Все. Я подождал, пока веревка вниз уйдет. А, ну тут куб нужен, да, тогда он еще не хочет. Давай до куба тогда будем. Эк, эк. Вот это где этот, конечно. Только сейчас нам что делать нельзя. Так, давай. По очереди ты или я прыгай кто-нибудь, чтобы не вдвоем. Давай я прыгну. Давай, давай прыгай. Умничка. Так, а ты забери до конца, что-то не забрал. Я не заметил. Янтарь там. Так. Так, сейчас заморожу. Тогда прыгнем. Ой, что сделал? Не прыгай, только не прыгай. Только давай по очереди. Давай, я сначала... А, далеко, Павел. А, подожди. Так, а да. Можно? Сейчас, жди. Я уберу твой, дай мне 6 секунд. Вы же веревка, может, сейчас я это заморожу. Шину мог. Во. Нет. Плохо, да, заморозил? Чтобы она не стреляла вверх, нужно заморозить. И можно веревку протянуть. Так. Тихо, радость моя, не делай ничего. Может погубить. Нашли. Не делай ты что? Ты не рискуй так, Слава.
А то чекпоинт появится. О, ну все, нам теперь направо. Так, да, надо сейчас уходить. Я тут... Это... Так, а сюда я поставлю этот. Так. Как ко мне? Ёпта, она там же. Так, а нам вниз, да, нужно же, правильно? Кстати, ой-ой-ой, это неплохо или хорошо? Так, давай её заморожим. Так, слушай, живи, я сейчас прыгну вниз, а то это я там это случайно походу. Блин, одну бутылку просрали туда, сори. Эй, чё за фигня? Из-за меня. I'm sorry. Печалька, конечно. А, погоди. А. На, вот тебе. Блин, не, лучше. Так, лучше там туда оставь. Оставь, где было, то. Ага. Угу. А то это будет ласка. Я просто. А, тут вон оно, че. Так, как их мне. Отойди-ка. Не-не, а здесь эти стоят ворота, ты никак. Блин. А зачем он тогда нужен? А, ну и нет, сбой каждый раз. А как, что, тут льдом нельзя создать? Mm-hmm. Прикинь, кто создал тебе такую все, а я целую. А как? Так, стой, извини, извини. Как тут это? Акакин. Виссарионович. Как перебираться? А, я понял как. На весу, смотри. Вот его ставим сюда. Угу. Потом что? А потом. Вот а потом вот. Я тебе просто толкаю шар. А нет, да. Я не могу. А потом я колдую. Давай, толкай. Ты колдуешь или я колдую? Так, ниже чуть. О! Блин, хорош. Не успел. Не успел. Да, я понял, понял, да, я понял, понял. Подожди, я откачу. Так, а где я? И вот рядом со мной висишь, поднимись. А. Давай, цепляйся. Так. Так. Ну. Тогда я палкой, наверное, этой. Аккуратно. Вот так, просто толкать буду. Так, в другую сторону. Сильно не толкай только. Угу. Потому что сейчас мы помедленнее, помедленнее. Поедем как вниз, это? Мне надо успеть это. Как получается. А. Хотя, наверное, можно это. Давай, толкай. Во. Во, все. Все. Давай. Путь свободен и плыви. Спасибо, Будласков. Разбивая маяки. Так, а тут как наверху шипы. Право шипы. Ну тут фигня вообще же. Ну, для кого? Сюда. Ага. Еще один нужен. Зачем? Ты сейчас врежешь. А, ты там, ну да, можно. Так, подожди. А над нами. Стой, стой, стой. А над нами с тобой находится. А вот тут дверь, походу, да? А, блин, какой. Вот тут где-то дверь. Над нами этот находится. Вот она. Я сказал. Так, вы сейчас уберу я ее. О. Ух ты.
Блин. Там секрета нет? Ау! Да елки! Блин. Есть, есть там секрет, там ключ надо достать. Так, иди. А, у него что-то нет, не полосы. Есть секрет. Так, тут, короче, тоже надо это, колдунами. Как-то... Подожди, и нас сначала не убей, мужчина. Опасные действия какой-то вижу куча. А дерево передает там? Нет. Нет, дерева нет. Не, платформу делай просто, я открываем понял, это. Да, я вот. Во. И сейчас так. Как-то надо это. Блин. Так, а где я? А, я туда не смогу пройти, да? А, погоди, я. А не будут держаться эти платформы, вот, нет? Я вот и хотел, да, сделать. Нет, он человек еще меня убил. Эть. А, если вот так. Во! Чуть-чуть клади ее. Клади ее, ага. Ну я могу держать, ты сам, ты это, залезь. Все. Вытаскивай ключ. Что ты, куда? А, волшебником же, да. Все. Убирай. Так, сейчас, подожди. Так. Так. Открывай. Спасибо, отец. Блин. Мы нашли качели. Ты где? Будь ласка. Блин. Так, все, я же все забрал, ничего не надо. Блин. А там не пройти, да, никак? Не-не. А, тут пятачок. Так. Так, интересное кино. Не, надо как-то... Заморозить, да? Дай-ка я вон ту дальнюю заморожу. Не-не-не-не, подожди. Подожди, отец, надо именно вот эту заморозить. Блин. А, внизу которая? Вот это да. Потому что она веревку перебивает. И я не могу ее... О! Идеально. А, ну и все. И все, а дальше. Так, сейчас, Дим, мне, наверное, походу умереть нужно будет. Чтобы. Какую лучше, лежай, правую или левую этот отражать? Правый. А, Славик. Ну правый. Я могу вот этот поставить, вот этот, видишь? Призрачный. Они все равно одинаково, тут, да? Тут без разницы, хоть правую. Просто она одна короче, другая длиннее. Тогда правый. Лучше делай левую. Левую, стой под тобой, да, которая? Да. Ау! Нет, тормоз. Нет, тормоз нету. Есть один танц. Блин, ну почти. Где? А, ты там? Так, чё, попытайся допрыгнуть? Давай ты поучи. Да. Ты чё? Давай. Давай, попробуем. Только не замораживай ничего, чтобы заморозка не эту. Кстати, щит. И теперь вон направо, видишь, которая? Угу. Да беги.
Все, ты жди еще, дай мне этот. Так, отлично. Ну и все, еще не осталось. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мужчина, не надо, так не надо. Ты ну чё? Тут на это. Так. Прыгнуть и быстренько наверх. Ну давай, прыгай на меня тогда. Сможешь? А он разве так не достанет? Ну да, попробуй так, давай. Сейчас, погоди. Мне просто он вперед, кажется. А, достал. Ты, главное, мужчина, живи, чтобы я то же самое сделал. Видите, одна голова, ребят, хороша, две еще лучше. А, ну тут тоже, наверное, изи будет. Погоди, нам надо веревку перебить, вот эту. Какую? А где там веревка? Ну-ка. А, это не веревка, что ли? Не веревка, это как-то открыть нам надо это. Да-да-да. Так, погоди, попробую открыть. Нет? Не-не, тут именно это мешает, этот деревяшка. Да, погоди, а если стрелой попробую? Нет. Вот, что-то сделал, что ли? Нет. Нет. Так, как же нам это сделать? Как же нам ток, если мы только две дощечки можем? Так, а у нас там ничего же не было, да? Камень еще какой-нибудь снизу? Нет, нет, не было, ну, блин, жалко. Нам еще одну бы. Какую-нибудь деталь. Ну и все, и как мы дальше? Давай, Ромка, помогай. Угу, из дерева не пропускает, да? О, а, ну и толк, и чё, и вот. Даже. Блин, а как, и чё им, я вообще чё-то не могу понять. Как мы можем сделать? Нам ещё нужна хотя бы погоди, одна доска. Погоди, блин, погоди, погоди. Еще одна по-любому доска нужна. Как? Сейчас, погоди. Так. Ты, Ром, что думаешь, как нам решить эту головоломку? Делать куб и на доску. Что-то Славик там пытается что-то мутить. О! Я так и тоже думал, Славик, Костя. Я тоже так умер один раз. Просто это загадка сложная была, но мы справились. Ты. Кстати, и при том без читерства.
что у них, они, кстати, на легком играют, у них там совершенно другое. У них там щит был наверху. Мать, ну ты не похожа на русалку сексуальную. Благодарность за помощь моему другу тюлень. Худеть я надо. Поделюсь с вами магией. Отнесите угу. это моему брату в черничный лес. Что-то располнело. Что-то она рыбу переела. Без вашей помощи мы бы пропали. Доброта порождает доброту, герои. Ну, пасть просто широкая, рыбья.